Так, улучшение. Улучшение. Я, наверное, ловкость сделаю. Так, а что у нас еще здесь? Три штуки надо для второго левела. Масленка. Так, этого еще нету. Я ловкость. Или хотя прочность. Да, прочность сделаю сначала. О, мы можем еще и ловкость. Так, ловкость. Магазин. Маны. Это пока что не интересует. Снаряжение. Пустое у нас. Снаряжение у нас пустое. Так, меня интересует модуль. Модуль 2. Так, ключ от модуля 1. Ключи у нас. Сейчас, секунду. Чтоб требуется три ключа, да? Так, ну мы вот этот, наверное, откроем еще. Было два. А там уже будем копить ключи. Это второй левел. Вот вентиляция. Делали. Отлично. И двинули вперед. Вот застрял. Не очень момент приятный. Там. Что у нас здесь? Щит мушкет. Шарвиль 1789. Так, надо снаряжение выставить. Сейчас определим. Сейчас попробуем. Так. Так, это мушкет. Ну, мы стреляем, получается, да? Химические огнестрельное оружие, алхимическими негативными эффектами. Вы получите огнестрельное оружие. Как и у врагов, оружие гиды способно наносить алхимический урон огнем, льдом и молнией. При каждой атаке с помощью алхимических капсул, когда шкала химического урона заполняется, срабатывает негативный эффект, который длится до обнуления шкалы. Огненный негативный эффект поджигает цель и наносит до продолжительного урон. Уклонитесь, чтобы гида потухла быстрее. Ледяные негативные эффекты замораживают цель на месте, атакуйте и левый контроль, чтобы гида оттаяла быстрее. Электрические негативные эффекты наносят дополнительный урон током. Изоляция, эликсир. Поможет гиде собраться быстрее. Понял. Так, сейчас проверим на вот этом. Так. О, отлично. Ну-ка, попробуем. Мои прекрасные вира. Ну, замораживается, да. Прекрасно. Заморозка происходит. Кстати, там по дневнику... так, лужайка, фонарь. Праворукий автоматон. Это протез держит в правой руке. Копейщик. О, дурной. Самый простой автоматон среди стражей. Он вооружен копьем и тут же направляет его любого врага, оказавшегося в пределах досягаемости. Пользуясь преимуществом, которое дает ему длинное оружие, он старается держать противника на расстоянии и избегать рукопашного боя. Понятно. Гранитные бложники. Заблокировано. Там копейщик и здоровый. Золотой какой-то. Надеюсь, мы увидим потом его. Иди сюда. Ну-ка, ну-ка. О, накапливается. Блин, а? Задело. Паралич накапливался в самой ромбике. Так, сундук. И сундук. Что-нибудь вкусное даст нам? Ну-ка. Мюскаденская двууголка. Мюскаденский костюм. Давайте сразу посмотрим. Это шляпа, да? Получше. О, 35 броня. Нифига себе. Конечно, лучше. И данный костюм. Они еще в описании есть. Это экстравагантный наряд.
Шит на основе вызывающих костюмов огромными яркими лацканами, которые носили убежденные молодые монархисты. Таким образом, они выражали свое презрение к черни. Благодаря своему уникальному крою и свойствам использования материалов одежды и аксессуары, созданные специально для Эгиды, увеличивают ее подвижность, а также защищают ее от обычных алхимических атак. Это очень важно. Согласен. Так, здесь заблокировано, мы не можем. Опа. Откуда ты? Опа, огонь. Фига себе. Так, отойдем. А я чё, вижу, что ты огнем. У нее какой-то там сзади. Что-то она таскает. Так, дневник. Мир. Жнец. Вооружен двумя устрашающими саблями, жнец наносит резкие удары, от которого можно спастись только прочная броня. Разрушительность этой атаки также добавляет некогда полезное в садоводстве алхимическое дыхание автоматона. Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ в королевских предместьях, эти многорукие автоматоны изначально обладали удивительной способностью сливаться с окружением. Благодаря этому и стали непредсказуемым движением, они стали мастерами маскировки и засад. Да, страшно это. Где-то вот я даже не видел, где они там были. Ну-ка. До свидания. Из этой, главное, не выпало, а стой, выпало, а? Такой какой-то скорпион, да? Опа, а как ты? Ты меня перебила? Интересно. Когти Немезиды и компас. Ага, направление. Так, давайте сменим сразу. У нас новое оружие. Когти Немезиды. Контратака. Так, и в инвентаре у нас компас появился. Заметка взрывных гранат. Есть огненная граната. Тоже надо попользоваться. Я что-то видел. Товарищи, во имя нации, чести, мы обязаны прекратить работу. Корабль угрожает ввести на столицу иностранные войска. Неужели мы продолжим возводить этот фонарь тщеславия, пока наши братья гибнут в четырех лигах от Сен-Клу? Пришло время сложить инструменты и взяться за оружие. Вперед на Париж! Равенство или смерть? Свободу народу, гражданин Бюрель, каменщик и патриот. Вот там... Оттуда мы пришли. Оттуда, из этого дома, как понимаю. Мы видим этот, это место. Не, шикарная, шикарная игра. Очень прям впечатляет. Так, пузырек. Так, а, вот. Река прямо за этим лесом. О, можно было не лечиться. Можно будет активировать.
Что можно здесь улучшить? Ну-ка посмотрим. Ловкость, да? Стихийное, инженерное, сопротивление энергии, множитель крита. Еще ловкость сделать. Так, хорошо. Отправимся. Так, где там был компас? Ага, добраться до берегов Сены. Так, это мы выбери. Ну-ка. О, вокруг удар. Так, добитие. Так, ну это... Это клинки, которые вперед просто. Ну-ка, особый удар. Ага. То есть ты крутишься и потом ударяешь. Сверху, получается. Здесь ничего нету. Опа. Иди сюда. Угу. Так, пробитие. О, непредсказуемо. Непредсказуемо было. Заметил. Если он загорается, значит он заметил. Так, это не тот, которого мы убили. Это уже другой. Как видите. Это уже такой более ну, такой легкий. Тем более он с пушкой. Очень хорошо будет получить. Есть. До свидания. Посмотрим сверху вниз на него. Так, что у нас здесь? Никто не нападет? О, там кто-то есть. Так, что у нас с катализатора Луанзье? О, это для улучшения масленки. Да, это для улучшения масленки. Это надо наверх. Давайте сразу сделаем. А, нет, у нас не хватит. Нам надо монеты. Ну, души. Сейчас соберем. Здесь вот, вот автоматон. Много. Так, здесь никого нету? Нету. Ага, нету, вон. Так, отлично. Ух ты, какая она верткая. Так, задело, да? Огнем. Ну, у нас вон. Не так. Не так продолжительно. Так, хорошо. Здесь проход, как я вижу. Это дальше. Это мы собрали, здесь закрыто. Шикарная игра. Так, это мы заберем. Вот там
паренек ждет нас. Так. Коса. Нашла коса на камень, да? Так, здесь гробы. О. Опа. И здесь такая подстава такая маленькая. Хитро, да? До свидания. Шикарно, шикарно. Что нам предложат? Так, 856, да? Пашион и сабля. Что-то новое? Опять? Надо. Так, пашион и сабля. Так, это при одновременном использовании сабли и фальшиона гида может проводить атаку во вращении, обрушивая на противника град ударов. Это очень удобно. Это очень удобно. Так, молния. Вот изоляция, эликсир. Дневник, записки. Обращение к рабочим, беголоски. Хорошо. Хорошо. Так. Надо будет взглянуть. Здесь заблокировано. О, там какие-то трубачи, смотри, а. Музыкальные. Мы к ним не можем попасть. Так, хорошо. Нам нужно будет так что сделать. Мы посмотрим инвентарь, что у нас там. Эссенция. О, есть. А можно ее просто использовать? Так, хорошо, используем. Что у нас? 1100. О, должно хватить. У нас на улучшение нашей масленки дополнительно, то есть будет не 2, а 3. Блин, только обновится все. Придется сражаться заново. Улучшение, да? Масленка, вот. Катализатор Луванзе. Улучшаем. Теперь 3 применения. Но там будут люди. Ну, точнее, эти оживленные. Так, новый танец. Очень даже неплохо. Угу. Давайте попробуем. Так, это огненное дыхание. Подрезание. Так. Ничего, неплохо, я скажу. Ой, прервало. Смотри. Рапира и такая собляха. Так. Опа, нифига ты прыгнул там, паренек. Так, ну здесь нам интересно. Нам здесь больше. Ты не сможешь? Да, они могут. Ну-ка. Типа скрытное убийство. Есть! Но нет, не все пробило. Ну. Неплохо, неплохо. Не лишние будут очки. Причал.
На этой лодке я переправлюсь в Париж. Ох ты, здоровяк какой-то. Да, еще надо подтянуть оптимизацию. Но мы разберемся. Так, окей. Нестабильный электрический таран. Ну-ка. Работает, да? Он еще действует, да, то есть он идет там. Ну-ка, не перегревайся, моя хорошая. Кстати, у нас есть охлаждение. Так, удар. Электрический таран. Ну-ка. Ну и что ты? Что ты сделаешь, мой друг? Хорошо. Ой. Ну-ка. Ну-ка. Не махай тут. До свидания. Так, не будем пренебрегать своей силой и возможностями. Ну-ка, пока ты стреляешь там, воспользуйся этим ситуацией. До свидания. Это типа босс. Модуль постоянного заряжания. Ключ от модуля. Надо собирать везде. Так, блин, здесь заблокировано. Ну сколько? Все, отправляемся в Париж. Добраться до мастерской месье де Вакансона. Дом инвалидов. And it's up to us to take it back. We're everyone and we're everywhere. The ones who refuse. The ones who defy. Who are we? We are the resistance.
Join us.